Накануне Дня города в Уральске прошел форум урбанистов. Это первый форум такого формата, организованный Центром культуры и искусства РКЕР. Основная тема обсуждения – это безопасность дорожного движения в Уральске. В разговоре приняли участие представители городского и областного акиматов. Участники форума урбанистов поделились своими взглядами на развитие и благоустройство областного центра, на безопасность дорожного движения. Пути решения накопившихся проблем обсуждали с администрацией города и представителями местных исполнительных органов. Участники форума считают, что необходимо изменить подходы к планированию застроек, чтобы город мог быть комфортной средой. Мой доклад был в основном посвящен аналитическим инструментам, как правильно измерять город, как правильно выявить участки развития города, как правильно выстраивать взаимосвязи различных участков в городе через улицы, как правильно выстраивать иерархию улиц. И это в первую очередь влияет на комфорт. Это влияет на экономику. Урбанист – это не профессия. Им может стать любой человек, который интересуется своим городом и хочет сделать его лучше. На форуме ими были озвучены проблемы и предложены пути их решения, которые улучшат ситуацию. Они стали своеобразным мостом между горожанами и властями. Сегодня активисты предлагают решать проблему Перевалочной рощи. Перевалочная роща является нашим центром, такой центром экологии в городе Уральск, потому что находится в центре города. Это как, так же, как национальный парк в Нью-Йорке. Но мало кто знает о нахождении этой зеленой части города именно в центре города Уральска. И при том, что будут огромное количество людей, немного постыдно заходить вглубь Перевалочной рощи, потому что роща очень в плачевном состоянии. То есть огромное количество мусора, огромное количество свалок. И хотелось бы это все в ближайшие годы ликвидировать и превратить эту Перевалочную рощу в центр активного отдыха. Участники форума предложили превратить Ханскую рощу в экологически чистый район и базу отдыха. Одно из предложений касалось создания ассоциации урбанистов, которая объединит активных горожан, переживающих за настоящее и будущее своего города. Екатерина Шмидт, Алмаз Адиетов, Айдос Кесимов, телеканал Акжаик.